Очень рад быть здесь, и я расскажу, ну, о таком продукте, вокруг которого строится на сегодняшний день работа ассоциации, да, у платформы BCBT Online. И здесь мне важно сказать, да, коллеги, что я очень рад об этом рассказывать. Здесь каждый, ну, без исключения, каждый сотрудник ассоциации, да, а это очень большая команда, очень вкладывается в развитие этой платформы. Я, к сожалению, не смогу вам передать, насколько самоотверженно коллеги из разных отделов бьются за то, чтобы внедрить ту или иную полезную функцию для всех, кто проходит обучение. Насколько небольшими силами, да, IT-команды пытаются реализовать то, что за этот же период времени и такие команды достаточно больших стартапов не могут реализовать в течение многих лет. Да, понятно, что здесь мы, у нас всегда есть потенциал быть еще лучше, работать там, с большим количеством пожеланий. Но, коллеги, совместно с вами мы можем констатировать, что BCBT Online становится очень таким безопасным местом, очень важным местом для развития КПТ-специалиста. Я расскажу в двух частях. То есть первая часть это будет такая презентационная в виде короткого какого-то количества слайдов, а вторая часть — это демонстрация каких-то моментов, которые могут оставаться за кадром. В целом говоря, о платформе BCBT Online тут много что остается за кадром. Эта платформа реализует огромное количество процессов, которые не видны глазу. Но все-таки какие-то важные моменты, которыми мы все можем пользоваться как КПТ-терапевты, я хотел бы показать. Но сначала в общем об этой платформе. Что мы как КПТ-специалисты можем на ней видеть? И для чего мы можем ей пользоваться? В общем, можно выделить для нас три таких направления. Первое – это такое наше продолжающееся обучение, развитие навыков и компетенций через большое количество занятий, на которые каждый из нас может в любое удобное время записаться, да, выбрав подходящий слот или подписавшись на обновление бота, который будет присылать расписание практик, которые появляются на платформе. Да, здесь мы можем подобрать подходящее время для себя. Ну, все это, конечно, платформе доступно онлайн, да, то есть здесь вы можете быть в любой точке мира. И не только обучение, да, но и консультации здесь возможны. И это на сегодняшний день для многих специалистов нашей ассоциации, многих членов ассоциации становится заменой Zoom, да, здесь у нас есть возможности на сегодняшний день давать специалистам, да, такой полный бесплатный доступ для видеоконсультаций. Ну, то есть такой привычный функционал Zoom, да, видео, демонстрация экрана, чаты, ну, такой полноценный видеокабинет, да, который, коллеги, доступен каждому. Ну и третий пункт. Это большое количество событий, которые сейчас проводятся и онлайн, и офлайн. Они также доступны для отслеживания и для участия. Да, часть из них, вот Алиса Игоревна рассказывала про большое количество бесплатных мероприятий, которые тоже в этом же списке отображаются, и можно в этом поучаствовать. И на самом деле здесь мы можем уходить в детали и выделить еще ряд функций, которым платформа может быть полезна. Я частично попытаюсь сделать это сегодня, да, но вот три больших блока, которые мы можем использовать постоянно. И несколько цифр, которыми, как мне кажется, коллеги, мы с вами вместе можем гордиться. Да, здесь за счет того, что вы активнее работаете на платформе, приходите, записываетесь, забираете материалы, которые выкладывают спикеры, общаетесь в чатах. Да, мы здесь видим то, что количество именно посетителей, не визитов, да, в месяц выросло, ну, то есть, в 2,5 раза. Мы видим такой значительный рост за последний год за счет вашей активности. И у нас есть раздел «Все специалисты», да, и уже 641 человек очень, ну, потратили время, подробно заполнили анкету, которая есть, я ее покажу, какие-то ее элементы. Заполнили анкету для того, чтобы отображаться вот в этом разделе «Все специалисты». В этом разделе клиенты, которые приходят на нашу платформу, могут, вводя свою проблему, да, или, может быть, кто-то ищет конкретно специалиста, может быть, кто-то ищет специалиста в определенном направлении КПТ-терапии, да, вот здесь всего семейства психотерапии, может быть, кто-то ищет что-то определенное.
И используя эти фильтры, клиенты могут находить вас, коллеги, если у вас полностью заполнена анкета, да, и пройдена модерация. Ну, я еще показываю платформу, немного об этом скажу. И у нас формируется пул таких активных специалистов, которых мы из стороны ассоциации поддерживаем. Ну и здесь возникает такая совместная коллаборация, да, такой синергетический эффект. И у нас есть и такие страницы отдельных проблем. Ну, они доступны по конкретным ссылкам, да, мы можем их продвигать. И здесь мы предлагаем коллегам, которые активны, да, тоже говорить о своих предпочтениях в консультировании и размещаем их на этих страницах. Но я чуть позже покажу, как это может выглядеть. И говоря о нашей коллаборации, это еще и бесплатные интервизии раз в 2 недели по понедельникам. Вот, коллеги, все вы, да, кто там еще не участвует, но хотел бы, можете это найти в разделе «События». Вот стрелка здесь показана, как именно можно найти. У вас эта презентация будет, да, пожалуйста, активно используйте ее. Ну и также здесь у нас такое совместное создание материалов, как текстовых материалов в виде блога платформы, так и видеоматериалов, их полноценных образовательных лекций, да, то есть это в полном смысле этого слова психологическое образование, психологическое просвещение, да, для широкого круга людей, которым действительно может быть полезна психотерапия, когнитивно-поведенческая терапия, терапия, ориентированная на потребности, те направления, которые мы поддерживаем и развиваем в ассоциации. Да. Тут направлений гораздо больше, я назвал только некоторые из них. И эти записи выложены на YouTube-канале, или, может быть, кому-то будет это полезно или полезно отправить клиент. То же самое относится и к блогу. Да, пожалуйста, смотрите, распространяйте и, пожалуйста, присоединяйтесь к такой большой семье активных специалистов и участвуйте в создании этих материалов. Опять-таки мы видим значимый рост за счет нашей с вами работы, за счет нашей с вами активности и готовности постоянно обучаться, то, что у нас больше клиентов на платформе. Это и люди, которые посетили консультации, и люди, которые посетили те или иные мероприятия, в том числе клиентские. И ну, этот рост, коллеги, благодаря нашей работе, да, я надеюсь, не будет останавливаться. Ну, я говорил о том, что платформа позволяет проводить полноценные консультации в индивидуальном формате. Есть еще групповой формат, формат лекций. Да, пожалуйста, эти форматы можно изучать. Тоже, может быть, бегло покажу, где и как именно. Да, пожалуйста, коллеги, активно используйте. Здесь тоже такой очень впечатляющий рост по сравнению с прошлым годом. Ну и вот как раз говоря о расписании, да, где эти разные мероприятия могут быть. Вы видите, здесь разными цветами обозначены разные мероприятия. Ну, такая интересная, удобная цветовая кодировка. Поэтому, может, кому-то тоже будет удобно использовать расписание на платформе BCBT Online как один из основных источников, да, как такой, может быть, важный для себя такой дашборд, где все отображается с точки зрения и вашего обучения, где вы обучаетесь, да, и вашего консультирования. Здесь надо упомянуть о социальном проекте. Есть социальный проект в таком широком смысле этого слова, где каждый желающий специалист может на таких на бесплатных основаниях брать в консультации людей, которые в этом нуждаются. Понятно, что часть из этих людей, да, они потом готовы продолжать консультироваться и в индивидуальной терапии. Часть из этих людей, да, могут быть для вас, коллеги, таким источником интересного опыта, важных кейсов, в том числе для тех или иных супервизий в ассоциации, в институте Бека. Пожалуйста, эту возможность тоже можете активно использовать. Есть раздел «Бесплатная помощь», который находится в шапке в горизонтальном меню платформы. Пожалуйста, можете почитать, да, ознакомиться и тоже присоединиться. И я уже говорил о том, что, в общем-то, все отделы ассоциации, все сотрудники активно, так или иначе, относятся к платформе. Это связано в том числе с тем, что это стало таким важным местом, где проходят все процессы обучения. То есть, начиная с того, что вы можете подобрать себе курс здесь же на платформе, да, и здесь же записаться на него, ну, все процессы произойдут автоматически, да, процессы.
того, что вам придет ссылка, то, что там будет возможность оплаты, придут все необходимые доступы. Более того, когда вы откроете этот курс, там постепенно будут появляться материалы, будет чат для общения с вашими коллегами, кто также на этом курсе учится. Ну и здесь, как вы видите, показана стрелка, что не только курсами это все ограничивается. В любой момент вы можете записаться на интервизии, на индивидуальной супервизии и так далее. И здесь важно сказать, что одним из направлений работы за текущий год стал проект, который мы называем индивидуальное консультирование. То есть в рамках базового курса, продвинутого курса ассоциация представляла возможность побыть в личной терапии у более опытных терапевтов. И этой возможностью многие коллеги воспользовались. Огромное количество консультаций, почти 6 тысяч, было проведено. Понятно, что здесь было большое пространство, да, для обратной связи. Это был, наверное, один из первых проектов, где мы постарались это во многом автоматизировать, чтобы можно было записаться, чтобы специалист, который проводит терапию, мог видеть вот этот как раз общий вид, такой дашборд специалиста, да, чтобы он мог видеть, управлять этим процессом консультаций, где-то что-то переносить, где-то видеть все ссылки для подключения, видеть, кто сколько прошел, сколько еще предстоит провести. Все это в одном месте, да, и все это большими стараниями, ну, практически всех отделов ассоциации. И, коллеги, еще один момент, который может вам пригодиться, на него обращу внимание особенное, то, что вы можете в разделе «Анкета», где «Работа на платформе», выбрать те темы, которые вам интересно изучать. Понятно, что эти темы могут меняться, да, предлагать пересматривать раз в несколько месяцев. Количество этих тем может увеличиться или темы могут меняться. И если вы это отмечаете, платформа начинает подсказывать вам. То есть вы можете выбрать курс самостоятельно, но платформа, если вы указали ваши интересы, да, здесь мы очень индивидуально подходим, то есть с вашего разрешения начинает показывать вам курсы, которые могут быть вам полезны в рамках ваших тем, ну, там, учитывая, что за всем, может быть, не уследишь в рекламе. И здесь, кроме тех курсов, которые вы можете пройти, да, вот я говорил про события, в разделе «Ассоциация» вы можете увидеть и прошедшие мероприятия, и ближайшие. Да, здесь можно переключить этот вот пункт, ну, этот ползунок, только те, на которые я иду, и увидеть либо те, на которые вы уже записались, либо все события, которые только еще планируются. Ну, я это тоже кратко покажу. Ну и хочется отметить, что очень много коллег используют платформу в том числе как анкету. Здесь вы можете видеть, что те члены ассоциации, да, которые вовремя продляют членство, оплачивают взносы, также получают такую цифровую карточку. Ну и это можно отправлять всем клиентам, да, то есть клиенты тоже могут наглядно видеть, что вы член самой крупной и уважаемой ассоциации, да, в области психотерапии. Ну, это не только на мой скромный взгляд, да, если смотреть по цифрам, можете видеть, что вы часть такой большой семьи, да, активно практикующих специалистов, и этим можно гордиться, это можно показывать клиентам. Отдельно скажу, что, коллеги, если у вас остается вопрос, да, а вопросов может быть много технических. Я что-то сейчас покажу, но, безусловно, не смогу показать все. Пожалуйста, используйте вот раздел «События». У нас есть постоянное событие, которое называется «Тестовое подключение», где коллеги из технической поддержки, да, периодически я тоже подключаюсь к тому, чтобы рассказать что-то про платформу, да, чтобы коллеги из технической поддержки проверяют подключение, чтобы у вас все работало. Да, потому что, возможно, какие-то индивидуальные сложности, что, ну, без этого не обойтись в любом цифровом продукте. Да, вы можете конкретно ваше подключение, вашу работу вашего устройства проверить 2 раза в неделю. Это такое регулярное событие. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Ну и я обобщаю тем, чем я начал. Да, вот у нас есть 3 больших блока, о которых мы так или иначе говорили в последние минуты, да, когда мы говорим про платформу. Это постоянное обучение, совершенствование навыков. Это консультация клиентов, которые у вас на платформе, которые приходят с платформы, и активное развитие и общение. Тут мы говорим про мессенджер и говорим про участие в онлайн и офлайн событиях. Коллеги, пожалуйста, призываю вас активно участвовать в жизни платформы,
Пожалуйста, подписывайтесь на те каналы, которые мы регулярно ведем. Становитесь активными креаторами этих каналов. Да. Ну и можете и в качестве потребителя этого контента помогать нам комментировать, переслать клиентам то, что вы считаете полезным. И мы будем рады, если вы будете присоединяться к тому кругу активных участников, который уже на платформе сформировался. Сейчас я, с вашего разрешения, переключу ненадолго остановлю демонстрацию, чтобы включить демонстрацию самой платформы. Это будет недолго. Я думаю, что минут 5 мы уложимся. Покажу просто моменты, которыми, может быть, редко пользуются и которые могут вызвать вопросы. Да. Я говорил про то, что у нас активные специалисты могут появляться на специальных страницах. Да, вот, например, страница по расстройствам пищевого поведения. Здесь у нас есть избранные специалисты по теме. Ну, кроме что-нибудь другое. Да, там, аналогичные страницы по другим направлениям. Здесь мы опять-таки можем клиентов, которые ориентированы на решение конкретной проблемы, переводить на конкретные страницы. У нас здесь же, коллеги, тоже покажу. Ну, дальше есть и все специалисты. Есть и материалы из блога, да, то есть они представлены на каждой такой странице. Ну и видео, там, где это доступно. Но это чуть позже подкрутится. Давайте мы не будем здесь ждать. А, ну, вот оно. Подгрузились вебинары, те, которые были проведены для клиентов, коллеги, в которых вы можете участвовать. Я говорил про личный кабинет, про анкету. И здесь обратите, пожалуйста, внимание, что вы можете заполнить поля, которые вы считаете нужным. И вы можете, нажав на вот эту кнопку, похожую на скрепку, где написана ссылка на мой профиль, скопировать ее и увидеть, как ваша анкета будет отображаться для клиентов. Ну и, соответственно, можно это использовать, отправляя это клиентам. Ну, и здесь постоянно обновлять информацию. Если вам нужно отправить анкету на модерацию, вот здесь есть кнопка «Правила модерации», можно их прочитать. Вот у меня, я анкету свою отправил буквально сегодня, и появляется такое сообщение. Анкета ожидает модерации. Здесь же можно написать администратору платформы. Ну и я говорил о разделе «Работа на платформе», то, что вот здесь вот можно указать темы, да, которые вас интересуют прямо сейчас, чтобы по ним были рекомендации. И эти рекомендации в личном, ну, на главной странице, здесь же в личном кабинете, вот здесь внизу будут показываться. В разделе вам может быть интересно вот это и вот это. А здесь я отдельно скажу про сообщения. Да. Пожалуйста, обращайте внимание на мессенджер. Мы будем активно развивать этот функционал. Постоянно его улучшаем, делаем более стабильным. Да, это большая работа отдела IT. И также будем переводить это в мобильное общение, чтобы это было удобно и с мобильных устройств. Пожалуйста, пользуйтесь приложениями, да, которые тоже у нас либо недавно обновились, либо в процессе обновления. И здесь возможно такое оперативное общение по разным вопросам по всем вашим курсам. Я показывал и говорил о календаре. И здесь, да, мы можем создавать мероприятия самых разных видов. И вот здесь обращу ваше внимание на такой выбор тип сеанса. Да, мы здесь можем видеть, какие сеансы отображаются, какие сеансы, в принципе, вам доступны для создания. Пожалуйста, используйте все из них, да, любым удобным для вас способом. Наверное, еще отдельно надо сказать. Так, у меня здесь проще открыть снова. Отдельно скажу про раздел техники и тесты. У нас спрятан вот раздел сеансы. Да, здесь у нас есть в электронном виде заполнение СМР, которыми ваш клиент на платформе может делиться с терапевтом. Заполнение, ну, тут больше может быть для терапевта, да, диаграммы концептуализации и протокола МУ. Описание методологии на основании статей Дмитрия Викторовича. Это все вам доступно, да, и особенно интересно, что клиенты, которые работают на этой же платформе, могут делиться этим с вами. Мы говорили про членство в ассоциации, да, вот есть отдельная кнопка для перехода сюда. Мы говорили про события, они доступны в разделе ассоциации. Здесь же сертификаты, вы можете видеть все свои сертификаты. Ну и вот события, да, о которых мы упоминали. Обращаю внимание на вот эту, на этот ползунок. Вы можете видеть не только, куда вы идете, но и в целом более широкий круг мероприятий, которые еще только ожидаются. Отдельно скажу про
курсы, да, и вот здесь в разделе курсы также есть в разделе обучение курсы, да, также есть этот ползунок, пожалуйста, активно пользуйтесь им, да, чтобы посмотреть, какие еще курсы есть, какие, которые могут быть вам интересны прямо сейчас. Ну, наверное, это основное, да, о чем мне здесь хотелось бы сказать. Коллеги, если у вас возникают вопросы, пожалуйста, приходите на технические подключения. Я уже говорил, что это в разделе события, да, у нас можно увидеть. Здесь мы можем сместить этот ползунок, да, и увидеть в том числе тестовое подключение. Вы можете написать в нижнем углу администратору платформы, и кто-то из коллег обязательно вам ответит на ваши вопросы. И еще раз вернусь к тому, что все это, коллеги, возможно только вместе с вами, да, только реагируя на вашу обратную связь, на ваши пожелания, мы в ассоциации стараемся создать это самое безопасное, удобное для развития когнитивного терапевта место. Спасибо большое за внимание. Остаемся с вами на связи.